саженцы яблони у Слада за достаточно короткое время успели полюбиться садоводам. Даже молодые деревья способны переносить достаточно суровые зимы, за что особенно ценятся во многих уголках нашей страны. Сорт является полукорликовым, поэтому за ним сравнительно легко ухаживать. Плоды зеленовато-желтые с ярко-малиновым румянцем, относятся к десертным, они очень вкусные, а также обладают ароматом малины. Крупномер следует высаживать вблизи других яблонь, чтобы обеспечить необходимое ему перекрестное опыление. Характеристика сорта Услада. Плодовое дерево, тип роста, среднерослый. Срок созревания, ранний осенний. Размер плода, от 130 до 170 грамм. Яблони домашняя Услада – это дерево высотой до 250 см с типом роста, среднерослый. Яблони домашняя Услада имеет поздний срок созревания. Плоды имеют массу от 130 до 170 грамм. Важно, что яблони домашняя Услада самобесплодный, обои полый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.